Привет, моя хорошая. Давно не виделись. Как твои дела? Все хорошо? Замечательно. Да, я уже приехала недельку назад. Все хорошо. Я тоже очень рада тебя видеть. Я не успела переодеться. Как тебе? Интересно? Но это потом. А сейчас я знаю, что ты пришла немного расслабиться, правда? Чтобы я поухаживала, сняла с тебя, ну, не тону и не огромный слой, но все же много косметики. У тебя же была фотосессия. Так что придется потрудиться. Покажи, пожалуйста. Нет, я сегодня даже без туши. У меня немного теней есть и все. Ну и помада, как видишь. Что за помада, кстати? Помада вот такая. Пупа. Добила ее. Смотри. Все, ничего не осталось. Шикарная помада. Шикарное качество. Рекомендую тебе. В линейке цветов, наверное, 10 как минимум. Может, даже всех 16-14. Это серия Мисс Пупа. Я взяла точно такую же, вторую. Мне очень понравилась эта помада. На мой взгляд, лучше MAC сливочных вот этих. Однозначно лучше. Приятнее. Да. Так что, если тебе нужна хорошая увлажняющая помада, которую, кстати, ты можешь использовать без контура, потому что и даже без зеркала, я тебе советую вот эту Мисс Пупа. Я опять взяла, да, такой же тон, 206. Показать еще раз? Смотри, ой, упала. Пломба. 206 номер. Так, вот она, свеженькая. Очень приятный запах. Какая? Так что я тебе рекомендую, кстати. Кстати, насчет цены. Я думала, в Италии она будет, ну, в два раза дешевле. Нет, практически то же самое. Да, в Минске она стоит $19-20. В Италии она стоила 13 или 14 евро. Ну, то есть где-то чуть-чуть дешевле, но не меньше. Я смотрела в интернете, почему-то цена ее была меньше, но не на официальном сайте. Это было давно, а в этот раз я зашла в Дуглас, по-моему, или в какой-то, ну, в общем, типа Дугласа, где представлены разные бренды, и сразу зашла именно за этой помадой. Меня особо ничего не интересует в косметике, ты знаешь. Я хотела помаду так, как это заканчивалось. А вот уже все. И там я подумала, 14 евро. Я не буду класть в казну Италии. Я патриот. Несмотря на то, что ты знаешь, что 40%. 40, наверное, процентов. Да, я нахожусь там. Ну, в общем, советую тебе эту помадку. Это что касается помады. Угу. Так, и я вижу, мы будем с тобой снимать косметику, да? Увлажнять. Так, давай тогда начнем. Сейчас я посмотрю свои косметички, что мне нужно. Что мне нужно? Что это за мультизан? Витамины мультизан. Ты принимаешь какие-нибудь витамины сейчас? Я сейчас принимаю, нет, не эти, Нейробекс, по-моему, так, витамины группы Б. Да. Напиши, пожалуйста, мне в комментарии, какие ты витамины принимаешь. Ты вообще считаешь ли ты необходимо принимать вот такие витамины или достаточно сбалансированно питаться? Кстати, хочу тебе напомнить, что очень важно употреблять авокадо. Авокадо – это, кстати, фрукт как-никак богат минералами, полезными жирами, растительными, да, микроэлементами. То есть авокадо имеет огромное количество калия, магния больше, чем в бананах, и очень много всего. Так что рекомендую. Вот. Ну что, так как у тебя много косметики,
косметики. Тональный крем у тебя есть точно, я вижу. Не очень плотный, но он есть. Я хочу твое лицо сегодня сделать, подготовить ко сну основательно, да? Все с него убрать, увлажнить и напитать. А то, я думаю, салфетками Нивея мы здесь одними не обойдемся, моя хорошая. И прежде чем мы начнем, я расчешу тебе волосы и надену шапочку. Кстати, да, волосы по осени лезут, и у меня они тоже. Ну, не то чтобы лезут, но при мытье есть. Да, такое есть. И я тебе сейчас расчешу тогда волосы. Давай. Какие-то витамины для волос посоветуешь? Дрожжемерц. Ну что, хочешь осень? А масло, которым я пользуюсь, здесь смесь масел, одно из них. Аркановая, потом я не помню, какой еще в составе, это масла, бренд, сейчас тебе скажу, да-да-да, я тебе рассказывала, я, по-моему, показывала, Diego de la Palma, да, миланский бренд. И вот знаешь, после мытья волосы очень такие, я мою, и на влажные наношу это масло, они очень хорошо расчесываются, и потом на сухие, и они не электризуются, и смотри, по-моему, неплохо, да? Шампунь самый обычный, L'Oreal Elsev, никогда не колдую, никакими японскими, никакими супер профессионал, нет. Так. Теперь я надену тебе шапочку. Так, мы берем волосы и очистим хорошо твое красивое личико. Да? Замечательно, моя дорогая. Закрывай глазки. Я к чему говорила? Что вот эти сальветтини струканти итальянские, ну это не Nivea брала в Италии, con acqua micellare per viso e occhi, для лица и для глаз, я использую потом, чтобы наверняка сейчас убрать тональник. Я использую, да, Garnier, я ее взболтала, она вспенилась. Bioderma, я не вижу никакой разницы, меня устраивает, у меня никакой аллергии. А у тебя аллергия? Может быть, тогда не будем? А, тоже, да? Все в порядке? Точно, я не хотела бы, чтобы все отлично, прекрасно. Тогда я буду использовать вначале, сниму тебе тональный крем, именно верхний, вот этот самый основной жир, скажем так, да, косметики, тональный крем, Garnier. Так. Ты закрывай глаза, думай прекрасно. Знаешь, я такой человек-консерватор. Если мне что-то нравится, да, даже вот такой мелочи, как косметика, я не меня. Но плюс ко всему, я не люблю косметику. Как бы это странно ни звучало, ты знаешь, для меня достаточно иметь 10 продуктов, там 10 косметички и 10 уходовых средств, включая, я имею в виду, уходовые средства и средства для снятия, да, макияжа, так как я крашусь. Очень достаточно, даже редко, я бы сказала. И тональным кремом вообще не пользуюсь. И вот десяточка для меня это максимум. Поэтому к чему я? Если с этим мы сдружились, я не вижу смысла менять.
Ну, конечно, когда, посмотрев YouTube 3 года назад, все кричали «Биотерм», «Биодерма», я купила, но не видела никакой разницы. Ну, давай. А что это? Не знаю, что это. Какая-то... Что-то, может быть, петарды взрывают. Ну, еще ж не Новый год. Кстати, где будешь праздновать? В семье. Домашний праздник. Открывай глаза, буду снимать тебе. Какой-то нами грим. А, стиландер. Так он плотный. Double-wear. Ясно. Ну да, вижу у тебя немножко покраснение. Давно? Нет. Ой, извини. Так, вот тут такой носик. Стоп, стоп, потому что... крылья носа. Не беспокойся, потому что сейчас сверху я пройдусь салфеткой, и ты увидишь, что на салфетке пройдусь двумя, если хочешь. Но салфетку мы оставим. А салфетка у нас должна остаться чистой практически, значит. Беспокойся. Неприятный запах понюхай. Вот так прям, смотри, она такая прям вся мокрая практически. Положу, закрывай глазки. Тебе вот так снимать прям все из крылышка носа, все. Вот так, моя хорошая. Так. Так. Посмотри, удостоверься, белая. Так что, можешь не беспокоиться. Но это еще не все. Когда-то у меня были очень классные салфетки. Я не помню, к сожалению, бренд. Я бы тебе посоветовала. Они продавались в Италии, да. С органовым маслом. Вот там запах был. Кстати, тоже неплохие. Тут состоит мицеллярная вода. Так. А теперь третий этап, чтобы дабы еще чище сделать твое лицо, освежить, я буду использовать вот этот тоник от L'Oréal. Мне он тоже и тебе нравится. Но вот у меня это, наверное, 4-я бутылка. Обычно мне его хватает, знаешь, на, мне кажется, на 2 месяца точно. А, ну да, вот 2 банки за лето, то есть плюс-минус 3-4 месяца. Так, что он у нас? Это розовый жасмин для сухой чувствительной кожи. У тебя сейчас как раз эти покраснения. Тебе очень хорошо будет этот тоник. Жасмин. Итак, смягчает, успокаивает. В твоем случае это необходимо сегодня. А роза тоже успокаивает. И ощущение дискомфорта уменьшается. Ну, давай. И мне, знаешь, они есть... Да, видишь, он такой вот... Есть вообще водичка, а этот вот такой вот мутный. И вот водой мне не нравится. Я не знаю, есть ли здесь спирт. Давай посмотрим. Вот и глицерин. Нет, тут тоже есть алкоголь. Но в любом случае, тот стягивает. Не стягивает кожу, а прям испаряется. А вот этот задерживается на коже. И мне нравится ощущение. Да, более такого свежести. Более. Давай. Сейчас еще этим тебе все. Такая крем очищения. Такое основательное, да? Вот так. Видишь, как кожа? Прям как на твоя кожа начинает. Ну, на крыльях носа, я думаю, это не критично. Правда? Нет, нет, там вот у тебя. Смотрим, посмотрим, видим, да? Ничего, чистота, чисто-пречисто. А сейчас, моя хорошая, прежде чем
Я перейду к увлажнению, питанию и лифтингу, используя два крема, которые я тебе сейчас покажу. Я хочу вот такую маску тебе дать попробовать, может быть, ты знакома. Да, это маски от Garnier, ничего в них такого нет, но они такой моментальный экспресс вариант. Это очищающая маска, черная тканевая, очищающий уголь. Она матирует и увлажняет. То есть мы сейчас бьем двух зайцев сразу. На 15 минут, мы подержим 7 минут, больше не будем, потому что же мы очистили, правда? Вот, и что у нас здесь? Здесь еще в составе уходовая сыворотка, увлажняющая сыворотка. Вот, так что такой небольшой уход. Ты знакома с такими масками? Я, признаюсь тебе, делаю крайне редко. Да, но делаю. Смотри, что нам обещает производитель. Кожа очищена, более матовая, увлажнена и выглядит свежей. А через неделю кожа сбалансирована, тон более ровный и сияет здоровье. Ну что? Давай тогда скрываем глазки. Она черная. Запах вообще практически никакого. Закрывай. Сейчас я на тебя ее, смотри, какая она. Надену эту маску. Так. И ты будешь отдыхать. Давай 10 минут. Не 7, а 10-12. А потом следующий этап — это лифтинг. Лифтинг, увлажнение. Я тебе все покажу. У меня новинки. Давай. Смотри, как фантомас. Закрой глаза. Опа. Неотразимо. Все, лежи. Если хочешь, поболтаем. Может, отдохнешь? Ну, отдыхай. А я пока подготовлю следующие баночки для увлажнения. Еще в составе, смотри, здесь гиалуроновая кислота и липогидроксикислота, LHA, листья черного чая. Пока ты лежишь, я тебе покажу новинки, которые я приобрела и которые, не бойся, тестировать на тебе не буду, потому что я пользуюсь каждый день. И очень рада, и посоветую тебе довольно-предовольно. Опять же, смотри, вот этот крем для глаз. Это, наверное, уже третий раз. Почти год. Обычно я всегда покупала Биотерм 12 лет. И вот в феврале этого года я в Duty Free взяла впервые вот этот от Estee Lauder Revitalizing Supreme Plus. И я рекомендую этот тебе крем просто... Это какая-то чудесная текстура, чудеснейшим образом впитывается крем. Я очень довольна. Global Anti-Aging. Так, и у нас здесь получается сколько? Сейчас мы посмотрим на баночки у нас. Как обычно, 15, наверное, миллиграмм. Да, 15 миллиграмм. Так, бальзам, контурный мехо, сантина, глобал, модер целлюлар, это по-испански. Ну, то есть, против морщин под глазами, антивозрастной крем. Очень мне нравится, ты знаешь, не помню в промежутке, в промежутке был крем синий, фиолетовый, с лифтинговым эффектом, года два назад, наверное, я пару раз его покупала, от Биотерм. Он очень жирный был, и он меня оставлял под глазами. Ну, сейчас у меня, знаешь, нету ни коры, ни консилером, я вообще уже не пользуюсь. Я, бываю, две капельки тонального крема нанесу, плюс сейчас такой еще свет, но сегодня у меня вообще ничего нет под глазами, поэтому, не смотри. Плюс нету даже этих ресничек. В любом случае,
что я тебе хотела говорю, что этот крем впитывается очень хорошо, и кожица такая, знаешь, под глазами прям как опа, и вверх так. Я не могу объяснить этот эффект. Это, наверное, есть вот такой лифтинговый эффект. Очень. Не знаю, какой это запах. Свежесть. Морской бриз какой-то. Понюхай. Вот такой крем. И по ухаживанию за твоими глазками, кожей вокруг глаз, я тебе советую. Я тебе советую его просто. Очень хороший крем. Сколько он стоит? Он стоит 59 евро в Duty Free. Его хватает на 3 месяца. Ну, иногда я, ну, на вечер, кстати, я не всегда ухаживаю, да. Ну, вот такая я лентяйка. Но мне на 3 месяца его хватает. Думаю, в принципе, 3-4, наверное, даже. Нет. Да, 4. Ну, потому что я вечером не всегда делаю. Но на 3 месяца, если утром и вечером хватит. Соответственно, 20 евро в месяц на крем. Я считаю, на такой крем можно. Смотри, а вот это просто, я так сомневалась, покупать, не покупать. Потому что последний биотерм, который я взяла, зеленый такой, помнишь? Да, с таким травяным аптечным запахом. Это ужас. Он оставлял, он не впитывался, он комочки, такие катышки оставлял на коже. Невозможно было, у меня полбанки, даже, наверное, больше. Так и стоит в холодильнике. И девочки в Duty Free меня уверили, вот эта новиночка Blue Therapy, Red. Здесь краски и водоросли. Они мне уверили, но я никогда не тестирую ничего. Но тут все-таки попробовала. Уже думаю, попробую на лице в Duty Free. И смотрю, он так впитался классно. И взяла, и не прогадала. Это тоже вот вообще. Вот это, здесь, знаете, если я здесь, и вот тоже наношу крем, кстати, с недавних пор. Совсем с недавних. Я понимаю, что и здесь надо наносить. Если вдруг попадет на губы, такое впечатление, что ты конфету съел. Он прям сладкий. Здесь красные водоросли, лифтинговый эффект, бомбический крем, обалденный. Он тоже, вот знаете, такое моментальное увлажнение, моментальное впитывание. Нету этого жира, этой вот размазни на лице. Я не могу объяснить, но это чудесный, чудесный крем. А запах вообще, а запах, я не знаю, какой-то... Знаете, тоже цветы, дорогой парфюм, дорогой хороший парфюм, причем не вычурный, а такой, не знаю, один цветок какой-то, вот, ну, два цветка, очень классный. Вот он какой розоватый, видишь? Вот, поэтому мы поухаживаем, пока лежим, отдыхай, микрочастицы блеска в нем, ну, как он впитывается, как он прекрасно, кожа кушает его, не сравнить вот с его... Сравнить с его вот предшественником. Как же тот назывался? Хотела взять тебе показать. В зеленой банке тоже в стекле. Это, кстати, стекло, она тяжелая такая банка. Ну, кстати, стилаудер здесь пластик, насколько я понимаю. А может, тоже стекло? Нет, не знаю. Похоже на пластик и стилаудер. А вот здесь банка стеклянная. А, вот так что вот такой Blue Therapy. Красные водоросли я тебе рекомендую. Великолепно. В общем, эти два крема я тебе порекомендовала. Я им очень довольна просто. Так, где у нас тут на английском? Карма. Лифтинг там. Красные водоросли. Очень мелкими буквами написано. Ну, то есть делает бархатистой кожей. Гидратант и мягкая. Ее насыщает, да. В общем, с маечкой, да, цветы подходят. Я тебе рекомендую его. Это новинка у Биотерм была. Я очень сомневалась покупать, потому что, ну, предыдущий крем все-таки выбрасывает сколько. Но здесь вот не стоит цена. Так. Наверное, тоже 50-60 евро он стоил. Не знаю, не помню. Ну, 60, наверное, тоже. Как-то не очень хочется, правда? Вот. Поэтому сомневалась, но вот потестила и смотрю, он такой прям весь питался и взяла. Ну, сейчас, моя хорошая, снимай маску, снимаем тебе маску. Иди сюда, я так аккуратненько сниму. Опа, все, положу ее сюда. И увлажню тебе лицо. И увлажню тебе под глазками. Или мы это сделаем чуть позже. Давай сделаем чуть позже, попьем чай, все равно маска еще работает.
А потом я тебе нанесу этот крем, хорошо? Как ты себя чувствуешь, лучше? Ну что, пошли попьем зеленого чая с жасмином или с чем, или с какими-нибудь травами найдем.